Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил коляску с ребенком во дворе жилого дома. Как выяснилось, у Ивана Коинова нет и никогда не было водительских прав. Минувшим вечером он сел за руль автомобиля, который принадлежит его другу. Во дворе 58-го дома по улице Машинная Иван допустил наезд на коляску, в которой находилась 10-месячная девочка. Очевидцы происшествия уверяют, что Иван Коинов был пьян. Нет, трезвый. Идеально трезвый. Ну, часа два назад. Все, меня даже вот участковый даже видал. Все, что, я по тормозам нажал, у меня машина пошла юзом. Все, что, я его задел, даже не сбил, а задел чуть-чуть. Иван говорит, что напился позже, чтобы снять стресс. Хуже всего то, что, сбив коляску, водитель даже не остановился, чтобы помочь матери девочки. Он бросил машину недалеко от места наезда и отправился домой. К счастью, неподалеку находится подстанция скорой помощи, и врачи прибыли быстро. Скорая приехала, и они обследовали все, и говорят, надо вызывать ГАИ. Но этот участковый сказали, не надо, мы разберемся. И я пока ушла домой, ГАИ вызывать, они взяли его, отпустили домой. На самом деле, в это время участковому уже удалось установить, кто именно совершил наезд, и сообщить о происшествии в дежурную часть ГАИ. Мало того, лейтенант при помощи очевидцев нашел машину и задержал водителя. Я попросил у детей велосипед. Я уже знал примерно, что машина стоит на Савабелых 5. Доехав на велосипеде до Савабелых 5 и увидев данную машину, я, соответственно, все, сел сам за управление, велосипед на багажник и, соответственно, машину сюда доставил на переходный 8 для дальнейшего разбирательства. Инспекторам ДПС оставалось документально оформить происшествие и доставить Ивана Коинова для свидетельствования в управление ГИБДД. Десятимесячная Яна Каримова, к счастью, жива. Малышка выпала из коляски и ударилась головой об асфальт. Для тщательного обследования врачи скорой помощи доставили ее с мамой в 9-ю горбольницу.